Сегодня мы провели семинар Смолевического района и города Жодино с преподавателями всех учебных заведений, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, каждый в своем учебном заведении. Наша цель была их собрать, поговорить с ними о проблемах, с которыми они сталкиваются каждый в своей школе. Проблема учеников, проблема материальной базы, проблема вообще воспитания и другие вопросы, которые им тяжело решить на своем уровне. Они созданы и отвечают сами за себя. Прибывая на такие занятия, они коллективом выполняют какие-то задачи. В коллективе у них вот возрождается вот это вот чувство патриотизма тоже, духа воинского такого и, скажем, ответственности не только за себя, но и за своего товарища.